Дніпряни люблять своє місто, сумують, якщо доводиться надовго поїхати, і з радістю повертаються. Гуляють по набережні, по парках. Але Дніпро, як і будь-яке інше місто, це не 500 гривень, щоб усім подобатися. І дніпряни розказали нашій знімальній групі про проблеми, які їх турбують у нашому місті. Дуже мало паркових зон, дуже мало. Тобто зелених, легких нам не вистачає точно, городу. Застраюють маленький участок города, всего 8 квадратных километров, высотными домами. То есть нет инфраструктуры для них соответствующей. Нет воды, нет канализации, нет ливневки, нет электроэнергии. Надо проводить для этого. Мало мусорных баков. В Незнакирово, например, на остановке нет ни одного мусорного бака. Вот культура мусорить везде, к сожалению, это наш менталитет. То есть мы идем, несем это все. Детей учим, чтобы мы хоть нормально, хоть как-то следили за своей окружающей средой, но мне нравится еще много чего. Старые кварталы, здесь вот пройдешь, ну вот на углу даже буквально, вы знаете, вот разрушенное здание стоит. Я живу против военкомата, разрушенное здание, где когда-то Светлов жил, обитал там, мемориал какой-то был, а потом все это разрушило, бомжи сожгли, и все, руины стоят. И это печально. Поведение культурное, и то, что нужно городским властям и вообще государству уделять воспитанию людей, учить. Это самое главное. Наверное, когда мы начнем воспитывать и взрослых, и детей в культуре, тогда начнется все к лучшему. Вот и все.